Сегодня Игорь Захаркин – главный тренер клуба «Салават Юлаев». Но был в карьере Игоря Владимировича отрезок, когда его мысли были связаны только со сборной России. В середине 2000-х страна уже стала забывать о победах национальной команды. И это не нравилось никому. Для улучшения результатов и качества хоккея в сборную пригласили тренерский тандем – Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Ровно 10 лет назад они впервые отвезли команду на турнир. Это был вынесенный матч Швеции чешского этапа Евротура. Мы тогда были в отпуске, и Слава мне позвонил и сказал, что с ним встретился Третьяк и предложил ему работать в сборной команде. И он спросил мое мнение. Мы взяли небольшую паузу, потому что нам нужно было просто посмотреть, каково соотношение сил на европейской, мировой арене. У нас была тогда и работа. Тогда мы знали, какие изменения происходили в составах Чехии, Финляндии, Швеции, как происходила смена поколений или какие игроки, возможно, будут представлять угрозу. Мы видели картинку уже тогда в российском хоккее, мы понимали, чего не хватает русским хоккеистам. И после совершенно небольшого раздумья мы решили, что мы можем осилить этот проект, и поэтому мы согласились работать с командой. Тогда сборная России не была в числе фаворитов мирового хоккея. Команда проиграла финнам полуфинал Олимпиады 2006 года, четвертьфинал чемпионата мира того же года чехам, а впереди был домашний турнир – чемпионат мира 2007. Мы как бы проанализировали, понимали соотношение сил в хоккее, и мы знали резерв, за счет чего мы могли бы улучшить игру нашей команды и, соответственно, выйти на тот уровень, который достоин был российского хоккея. И вот уже тогда, с первых, наверное, встреч с игроками, и этому предшествовала наша очень серьезная такая внутренняя работа со Славой, потому что нужно было создавать штаб, свой штаб, нужна была правильная концепция игры, нужна была философия правильная внутри команды. И тогда вот стали появляться наши первые попытки создать систему, которая позволяла бы возродить вот психологию победителя, создать атмосферу в команде, чтобы сборная стала аттрактивной и притягательной для всех игроков, потому что мы же знаем, что сколько отказов было накануне от игроков, выступающих в лиге и не приезжали в команду. То есть шла очень серьезная организационная, творческая работа. И вот этот первый турнир, который нам предстоял играть в Чехии, он, может быть, не на все вопросы, но на многие вопросы мог бы дать ответы, насколько мы на правильном пути, насколько мы нашли контакт с ребятами, насколько мы могли, вот, насколько тогда и методика, в принципе, подготовки зарождалась, потому что нам нужно было в минимальные сроки создать или выровнять функциональное состояние игроков, может быть, психологическое состояние, потому что все в разном приходили тогда, турнир был в августе. Да, вот эта вот задача очень такая важная тоже была. И, конечно, вот вселить уверенность в игроков в то, что мы можем и должны доминировать на международной арене. Поэтому, кстати, мы вот с этого момента и стали понимать, что нам нужно было собирать именно лучших игроков тогда, чтобы побеждать на каждом турнире, чтобы вернуть вот эти традиции, чтобы вернуть уверенность в игроков, чтобы команда и соперники понимали, что Россия – это очень грозная сила. Быкову и Захаркину удалось изменить многое. Игроки стали более четко выполнять тренерскую установку. За счет побед в матчах Евротура постепенно прививалась психология победителя, а подмога из-за океана уже не казалась формальной. Первый турнир мы еще не понимали, насколько вот невелико желание игроков приезжать в сборную, потому что всех, кого мы пригласили, все приехали. И самое сложное в нашей работе было это разговаривать с Максом Сушинским, который он действительно играл сердцем, но мы понимали, и он полностью отдавался команде. Как раз здесь это очень сложные моменты, когда нам приходилось игрокам говорить «нет». Это было и в Канаде, когда мы, в принципе, в контрольном матче, и тогда, помню, Женя Артюхин и Федя Федоров очень здорово сыграли, но нам нужно было сказать им «нет». И действительно, это были очень сложные разговоры, но мы всегда пытались донести до ребят, почему мы делаем выбор в пользу других хоккеистов, чтобы игрок не был обижен. Мы очень, это может быть немножко сентиментально, но мы на самом деле очень переживали за наших хоккеистов. Первые медали на чемпионате мира сборная России под руководством Быкова и Захаркина выиграла на новенькой ходынке почти 10 лет назад. Критики хватало, но все-таки ощущалось, что наша команда готова решать и более серьезные задачи.
Это был очень сложный период становления, потому что было неоднозначное отношение нам, как тренерам, наверное, к результатам команды, потому что немножко все осторожно смотрели, все-таки это были тренировочные турниры, как бы команда хорошо не играла, все равно все решалось бы по итогам чемпионата мира. И я думаю, что в конечном итоге мы поняли, что команда на правильном пути, это, наверное, уже в официальных матчах чемпионата мира. Тогда мы поняли, что и ребята на нашей стороне стоят, и они четко следуют нашим игровым планам. Мы увидели, что у нас становится такой монолит, у нас по-настоящему становится команда. Вы же помните чемпионат мира, когда Саша Овечкин, там, ему пришлось играть там, четвертой линии. Там, очень много было споров на эту, очень много мнений было, но для нас очень важно было, чтобы максимально правильно использовать игроков для того, чтобы добиться результата. И мы так не считали, кто более яркий там, или кто менее значимый. Для нас были все одинаково важны, и мы пытались использовать максимальный потенциал всех игроков, которые были у нас в составе. Через год Быкову и Захаркину использовать потенциал хоккеистов сборной удалось в полной мере. В год столетия хоккея на чемпионате мира в Канаде мы в решающей встрече победили родоначальников этой игры. Это был фантастический по сценарию и содержанию матч. Победная шайба Ковальчука сняла многолетнее проклятие. Мы снова были лучшими на планете. Через год Россия опять была на чемпионате мира первой. И снова в финале были повержены канадцы. Аппетиты наших болельщиков росли, и основания для этого были. Хотелось большего, а именно олимпийского золота. В Ванкувер российская команда приехала с мыслями о победе, но проигрыш Канаде отсрочил эту мечту на неопределенный срок. Поражение 3-7 положило начало конца тренерского периода Быков и Захаркин в сборной. После с нашей национальной командой чемпионаты мира выиграет Белялединов и Знарок. Но именно Быков и Захаркин после 15 лет без золота стали возвращать нашей стране славу красной машины. Кстати, процесс еще не завершен. Впереди Кубок мира, да и Олимпиада в Корее уже не за горами.